фильм, а кто не видел, обязательно посмотрите или поиграйте в эту игру на Sony PlayStation, потому что эта игра, она похожа на что похожа, сейчас мы с вами увидим. Дальше мы посмотрим с вами «Уходящий во тьму». «Уходящий во тьму» — это тоже игра 3D-графикой, а на Sony, как известно, все хорошие игры с 3D-графикой. Что хорошего в 3D-графике? Только то, что она очень сложная. Вообще, любая игра, я считаю, что она ориентирует человека на играбельность. Если вы хотите интересно провести время, то неважно, какая там графика, главное то, интересно вам играть, захватывает вас это или не захватывает. Но Sony PlayStation дает нам с вами любые возможности, поэтому мы с вами в нее играем. Дальше Tenka, тоже 3D-игра Doom Clone. Hexen, всем известный, появился Hexen 2, но мы с вами посмотрим Hexen 1 почему-то. Наверное, так, судьба такая. Вот. И Auto Destruct. Эта игра примечательна тем, что вы не ходите пешком, а едете на автомобиле и занимаетесь всякими нехорошими делами, сбиваете людей, ну и параллельно делаете что-то такое, что нам всем понравится. А что нам всем понравится, мы сейчас с вами включим телевизор и посмотрим. I need a unit in the vicinity of 83rd and Broadway. We got a possible 211 burglary in progress at 634 West 83rd. Очень нравится нам, нам очень сильно нравится, когда мы играем в игры. Мы их видели уже по телевизору, мы их видели на видеомагнитофоне и в кинотеатрах. В самых лучших кинотеатрах шел фильм «Man in Black» «Люди в черном». Вот вы видите, сейчас игру построили по сюжету этого фильма, обалденческого фильма, который собрал очень много денег, поэтому игра, я думаю, тоже будет очень популярна. Вы в роли одного из людей в черном, абсолютно черном, ходите и сражаетесь с людьми, которые абсолютно не в черном, потому что вы работаете на секретную службу. Секретная служба работает рядом с инопланетянами, на инопланетян и на нашу с вами безопасность. Вы включаете любые системы, работаете с пистолетом, работаете с аптечками, вы их находите, естественно, по пути вашей игры. Игра очень увлекательная, но, тем не менее, управление ее не совсем хорошее, в чем надо прыгнуть создатели этой игры. Игра «Люди в черном» перед вами. Вы можете выбирать ее, можете не выбирать, но, посмотрев ее, вы поймете, если вам интересно играть в такие игры, вы ее, конечно, купите и будете наслаждаться. Если вам интересно, то забудьте. Эта игра очень такая своеобразная, чисто на любителя. Следующая игра в нашем сегодняшнем бонус-клубе — это «Fade into Black», «Уходящий во тьму», так сказать, по-русски можно сказать. Эта игра русифицирована, можно ее слушать на русском языке и понимать все, что говорят наши герои, и все, что говорят нашим героям, потусторонние всякие разные там, как называется, голоса, да. Вот мы с вами играем, мы с вами ходим, прекрасно видим все вокруг и стреляем. Естественно, самое простое, о чем я могу сказать, надо убить. Уничтожить плохих и освободить, соответственно, неплохих, то есть хороших. Вот видите, сейчас подъехал к нам небольшой танк автоуправляемый и стреляет в нас. Нас могут убить за два счета, если мы с вами не будем такими ловкими, какими мы на самом деле являемся. Не покинем, вот, и, в принципе, весь сюжет этой игры. Ходите, убивайте, стреляйте, прячьтесь и берегите свою жизнь, подбирая разные призы. Ничего особенного в этой игре я сказать больше не могу, потому что ничего особенного больше здесь нет. Если в игре что-то есть хорошее, обязательно мы с вами об этом узнаем. Но если чего-то там не хватает, мы тоже это будем знать, и бонус-клуб нас информирует обо всем, что случается в игровом мире. Давайте посмотрим тихонечко, как происходят действия в этой самой игре, называющейся «Fade to Black» — «Уходящий во тьму». Thank you.
Не стреляйте, я просто повар. Давай-ка сюда, здесь безопаснее. Идиот, ты действительно думал, что так легко выберешься отсюда? Открыт доступ к верхнему коридору. Перед нами игра «Тенка». Когда-то она была уже у нас на компьютерах, она была у нас на приставках, но была она у нас в английском озвучивании, мы ничего не понимали. Сейчас на обложке, то есть на футляре диска написано три слова «перевели», «озвучили», «профи». То есть перевели, озвучили наши русские актеры, и мы с вами будем абсолютно напрямую общаться с тем, что происходит здесь. Если вы эту игру уже играли, вам по второму разу будет тоже неплохо пройти и послушать, чем же мы на самом деле занимались, если вы не знали английского языка. Итак, сюжет игры такой. На небе спустился ад, и компания Trojan Incorporation ставит бесчеловечные генетические эксперименты на людях. И только отважные повстанцы Тенка, то есть вы, противостоят им. Все элементарно, все просто. Ходите и тоже стреляете. Если кому-то удастся выжить в этой игре, он получит огромнейшее удовольствие от того, что он ее закончил. И можно сказать своим друзьям, я прошел Тенку от начала до конца. Самое интересное, что для того, чтобы играть в эту игру, не обязательно иметь большой блок памяти для memory card. Достаточно всего одного блока. Вы запоминаетесь и играете дальше. Самый простейший, самый удобный вариант. К сожалению, играть здесь можно только одному. И поэтому вы не сможете играть с другом. То есть все недостатки мы примерно выкладываем как на ладони. И тем не менее, игра довольно стоит похвал, аплодисментов за то, что в ней применена отличный движок применен. Мы видим, как это все действует. Можно повернуть наверх, можно повернуть вниз, направо-налево, шагать и так далее. Отлично выглядит оружие, его, кстати, также поставили. И самое интересное, здесь всего-то 20 тактических миссий. Но каждый они на несколько своих блоков. То есть, если вы возьмете эту игру, я думаю, что вы не пожалеете, потому что ее в любой момент можно поменять на другую салоне бонус. В салоне бонус, сами знаете, можно менять, не тратя много денег на покупку все равно новых игр. Поэтому салон бонус не подлежит описанию. Ну ладно, все вы знаете об этом, будем говорить об игре. Сейчас мы закончим играть в игру Тенка и начнем новую игру. Мы начнем закончим Тенку. Вы сейчас смотрите, как мы. А причем, кстати, в этой игре надо точно прицелиться врага, чтобы его уничтожить. Если вы не будете поворачивать джойстик вверх и вниз, вы просто погибнете и так не насладившись обалденческой графикой этих игр. Повелители змей, властители этих земель, путешествовали по разным измерениям, в кое все или разрушения. Деспар убит. Коракс, второй повелитель, угрожает еще одному миру, миру Хексена. Хексен, где объединение магов привели к беззаконию. Три силы управляют, как одна адская сила. И каждую возглавляет один человек. Воевода Зетк. Командующий легиона, он царь и судья всех людей Хексена. Традактор. Глава церкви держит все души в плену. И Монокел, вероломный служитель темного культа, использует свою черную магическую власть, сея страх и слабость во всех своих подчиненных.
и, поддерживая шаткий мир, эти владыки управляют всей многострадальной землей. Убивая абсолютно всех, кто смеет им противостоять. Но сегодня они поделятся своей властью над миром Корексом, который выйдет из тьмы и принесет с собой силы еще более темные, чем даже их злые умы могут себе представить. Перед нами старая, но тем не менее модернизированная под нашу с вами суперприставку Sony PlayStation игра Hexen. Если кто-то играл в нее, он наверняка уже видит все эти окружающие нас замки, все эти стены каменные, на которых мы уже играли. Но если кто-то не играл, посмотрите, потому что эта игра обязательно заслуживает внимания за свою небольшую оригинальность. Конечно, она создана по типу давно известных Doom и других игр, но тем не менее, посмотрите. Здесь мы можем не просто ходить, мы можем развивать любые предметы, пользоваться ими. Вот. И уже появилась давным-давно игра Hexen 2, но тем не менее на Sony PlayStation почему-то ее еще нет. Наверное, потому что Hexen 2 требует специального устройства, которое называется акселератор видеографики DFX3, DFX. Но Sony PlayStation пока не присоединяется, тем не менее игры на нее все прогрессируют в своем развитии. И вот на Sony PlayStation появился Hexen. Мы посмотрим с вами, как мы будем в него играть. Если кому-то интересно, я расскажу. Надо собирать обязательно жизни. Жизни расположены в специальных таких капсулках, напоминающих пробирки, которые вы видели в школе на уроке химии. Вот. В этих пробирках находится специальная такая жидкость, она вам помогает прожить дольше и убить как можно больше врагов. Сначала вы пользуетесь дубинкой с шипами, это палец, либо что-то другое. Далее вы находите другое оружие. С помощью этого оружия вы убиваете злодейские силы. Против вас целый ад. Ад, восставший из-под земли, и он на вас действует. Сначала привыкни к машине и осмотрись в городе. Видишь этот вертолет? Он только что сбросил тебе немного денег. И теперь мы с вами слышали все советы, которые нам дал инструктор. Инструктор — это компьютер, установленный в нашем автомобиле. На этом автомобиле мы с вами поедем суперсекретным оружием. Но иногда мы с вами можем и попасть в неприятную ситуацию. Но тем не менее, впереди нас дома, впереди нас автомобили, прохожие и все, кто нам может помешать. Помешать нам могут даже гангстеры, мешающие нам всю жизнь. Как же с ними бороться? А бороться с ними очень просто. Вы в суперавтомобиле, у вас оружие, вы супергерой. Если вам нравятся игры на Sony PlayStation, и у вас есть Sony PlayStation, или у вас ее нету, но вам все равно эти игры нравятся, вы обязательно должны почитать вот эти самые брошюрки, литературки про эти самые игры. Здесь описано все, от начала до конца. Как включать приставку, как играть с какой-либо игрой. Допустим, это в одном только этом журнале описано 280 игр, их прохождение, их секреты, их пароли и разные уровни. Все, что вам интересно, вы можете найти вот в этом журнале. Есть еще более интересный журнал, который более подробно описывает, скажем, те или иные игры. Это «Игромания». Если кто этот журнал знает, он со мной точно согласится. Вышел 5-й номер, приходите, 5-й номер в бонусе давно уже есть и скоро кончится наверняка, когда появится 6-й, еще неизвестно. Дальше «Трикс» на Sony PlayStation, здесь описано 250 игр, но описано в основном всякие секреты, пароли и триксы. А что такое триксы? Вы знаете, купив этот самый «Трикс», там все это понятно описано. Дальше дали «Трикс» номер 4 на Sony PlayStation. И «Трикс» номер 3 на Sony PlayStation. То есть, если у вас есть какая-то игра, и вы не знаете, как в нее играть, обязательно вам нужен вот этот самый вот каталог. Ну ладно. Перейдем к тому, с чего я начал. Появились в салоне бонусе вот это. А совсем не устали. У нас есть отличная возможность покататься на самом современном, самом отличном велосипеде, который только что сейчас появился в салоне бонус. Если завтра вы придете, вы увидите целое скопище самых разных, от детского до самого суперкрутого велосипеда с изменением скорости. Приходите, и вы увидите приставку, и что нам пишут, мы сейчас тоже узнаем. А пишут нам многое. Мы выбрали вот это письмо, вот с этой видеокассетой. Нам прислали запись игр и прислали описание того, зачем они это нам прислали. А пишут нам следующее. Пишут вам геймеры Овет, Кирилл и Аркадий. Я подозреваю, что Овет — это тот геймер, который в прошлый турнир наш взял первый приз, взял Sony PlayStation и теперь на ней играет.
И вот, что нам пишут. Мы прислали вам кассету с нашими любимыми играми 98-го года и составили хит-парад, надеюсь, он вам понравится. Извините, что запись в черно-белом варианте, так как мы не знаем, как записывать в цвете. И объясните нам, пожалуйста, как это делать, если вы сами знаете. Но мы, естественно, все знаем. Бонус-клуб, он... Сами знаете, бонус-клуб. Итак, если вы захотите записать на ваш видеомагнитофон игру, которую вы играете в цвете, то обязательно Sony PlayStation приставка должна работать в системе PAL. Естественно, наши приставки в бонус-клубе сейчас есть только в системе PAL, поэтому записать на нее без проблем. Я знаю, почему у вас в черно-белом цвете. Ваша приставка работает в системе NTSC. Это такая американская система, на котором работает все американское телевидение. Но если вы хотите записать, у вас есть выход. Вам нужно приобрести либо видеомодуль, который преобразует NTSC в PAL, либо купить небольшую приставочку, называющуюся транскодер. Транскодер то же самое делает NTSC, преобразует систему PAL. Вот так. Никаких особых проблем в этом нет. Если у вас есть видеомагнитофон системы NTSC, то вообще ничего не надо. Просто сидите и пишите. Ну ладно. Вот мы прочитали письмо и читаем дальше. Внизу они составили хит-парад игр на Sony PlayStation. И тут интересная идея в голову пришла. Давайте присылайте нам ваш хит-парад на Sony PlayStation и сделаем так. Если ваш хит-парад будет совпадать тем хит-парадом, который будет самый популярный, вы обязательно получите приз. Ну, конечно же, игры на Sony PlayStation. Пару-троечку дисков получит любой, кто составит точный хит-парад игр на Sony PlayStation. В заключение хочу напомнить, что конкурс Wrigley Spearmint и... Правильно? Нет, неправильно. В заключение хочу напомнить, что конкурс «Бонус Клуб» и «Ригли» – жвачки, которые самые вкусные и самые обалденные, то есть «Орбит», до сих пор продолжается. Вам нужно всего вложить 5 этикеток в конверт и прислать в салон «Бонус». Там же вы получите те призы, которые вас ждут давно-давно-давно. Это, конечно же, приставки, это роликовые коньки, это игры и велосипеды, которые только что появились в салоне «Бонус», и, естественно, они дешевле, чем где-то в другом месте. Наши велосипеды самые лучшие и самые... Недорогие, вы придете и в этом точно убедитесь, потому что больше вы нигде хороший велосипед такой не купите. Я вам говорю однозначно. Ну, на этом, естественно, прощаемся и ждем вас в салоне «Бонус», в нашем любимом салоне «Бонус» по адресу Аксакова 94, ДК «Авангард». Либо в филиалах, которые вы тоже хорошо знаете, около универмага Уфа в ДК «РТИ» и ДК «Орджоникидзе», это в Черниковке. Ну, счастливо, буду ждать вас на следующей передаче. До свидания.